Герои 12 стульев Ильфа и Петрова теперь обосновались в мясомолочном корпусе Нового рынка. Туда Остапа Ипполита Матвеевича переместили из горсада. Остап Ибрагимович Бендер, Ося, Ипполит Матвеевич Воробьянинов, Киса покинули одесский горсад. Так как ресторан у Печеского, у входа которого они раньше стояли, закрылся, теперь они украшают своим присутствием мясо-молочный корпус Нового рынка. Герои знаменитого романа изображены в роли уличных попрошаек, как в одном из эпизодов романа и фильма. Им на рынке уже накидали немного мелочи. Торговцы рады такому соседству, а посетители рынка делают фотоскульптур. Нравится им, нравится, да. Ну, некоторые фотографируются. И острую денежку даже кидают. Нам тоже нравится. Отличные фигуры. Отличное место выбрали. И вообще, как в Одессе у нас, все хорошо, все прекрасно. Улыбайтесь, друзья. Отметим, что у заведения и у Нового рынка был один владелец, известный бизнесмен и меценат Месроп Хачатрян. Однако он скончался, и, очевидно, наследники решили переместить полюбившуюся горожанам и туристам скульптурную группу на Новый рынок. Также в мясомолочном корпусе установлены изваяния Уинстона Черчилля, Моники Беллуччи и Фрунзика Мкртчяна.